Всем привет, ребят, с вами я, Дэндимен, и сегодня я буду снимать обзор на наш отель. Сначала идем с 6 этажа, 636, номер. Сначала начинаем с 1 этажа, можно пешком, либо на лифте. А, давайте пешком. Так, интересно, смотрите, какая здесь картина. А, корабли, море. Вот такие. Вот такой лебедь. Смотрите, какой красивый. О, отсюда получше будет. Вот его берег. Вот бок. А здесь уже, смотрите, другая картина. Вот такая. Еще вот здесь есть вот такие кулеры. Туда ставишь, о, петухи, туда ставишь ты бутылку и тебе и нажимаешь там вроде на кнопку. Смотрите, это осень, это что у нас сейчас, все тает, деревья желтые, водичка. О, смотрите, ну да, здесь на кнопку нажимаешь. И вода льется здесь. Наверное, горячая вода. Без понятия. Но из такого там нету. Нифига себе. Смотрите. Как вам? Оп-оп-оп-оп. Лебедь. О, это уже лето. Это только 3-й этаж. Смотрите, какие двери на 3-м этаже. Не как у нас. Здесь прям лето, прям вообще кайф. Горы. Деревья, озеро. Вау, смотрите, какой ястреб. Ястреб, ястреб, рыбка. Ястреб, прям, смотрите на глаз. Как будто настоящий, прям. Вот так. О, белка. Белка. Вот мы спустились на 2-й этаж. Оп-оп. С1, С8. Вот здесь, смотрите. Фитнес-зал. Вот здесь. Что-то на арабском. Ой, на тайском. Сюда, наверное, нельзя. Так что обратно пойдем. Такой. Здесь мы. Привет. Полностью. А вон там номера. А теперь идем в лобби. И в лобби покажем мы вам. Офигеть, за 3 минуты уже весь отель показал. Оп-оп-оп. Вау, смотрите, цветочки. Показываем цветочки. Вот такой клумбе. Здесь пальмы, что-то такое. Кому, кто любит цветочки. Растения, смотрите. Здесь непонятно. Фонтан даже есть в лобби. Ну, здесь посидеть. Там. Вот здесь бар. Вот такие колонны. О, детская комната. Посмотрим мультфильм. Мультфильм. Вау, смотрите. Здесь мультик. Мультик. Нет, дизлайк. Интересно. А, бесплатно, походу. Здесь завтраки. Здесь жарят яичницу. О, смотрите, там статуя. Пойдем пока. Пойдемте покажу. Статую. А вот выход. Вот здесь сидеть можно, кушать. Вот смотрите. Вот здесь. А какая вещь. Вот.
посмотрите, не знаю даже, как это назвать. Это статуя, посмотрите. Еще такая золотая, крутая. Смотрите. Стекло. Опять такая же штука. Кто умеет переводить? Напишите перевод. О, смотрите, там двери. Мы туда не пойдем. Хотя... Пошлите. О, смотрите, здесь щит, как будто. Оп-оп-оп. Вау-вау. Оп-оп-оп, назад. Здесь такие, такая вещь. Что? Фух. Выходим, идем к басику. Бассейн. Вот здесь сдаем, выдают полотенца. Вот здесь 10 бат. Это, грубо говоря, 20 рублей, потому что мы умножаем на 2. То есть, когда умножаем вот здесь 110, значит 20. Лизы, здесь сидеть. Шайка как будто. Вот здесь зелень. Рыбки даже плавают, смотрите. Даже вот сюда зайду. Рыбки плавают. А вот здесь камни, зелень. Фух. Оп. Оп. Вот здесь дракон. Название отеля. Маунтаун. Вроде это. Так вот. Вон там массаж, массаж, массаж. Здесь пошли какая вылезла. Оп, массаж. Массаж. Оп. Теперь идем покажу басик. Басик, о, птичка. Птичка. Здесь бассейн. Там прыгалка даже есть. А здесь лежаки. Ну, там. Здесь 12 этажей. Здесь опять же бар. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Теперь опять подниматься. Хотя, всем пока-пока, с вами был я, Дантимен, обзор на наш отель, вот он, весь отель мы прошли за 8 минут, просто взяли вот так, хоп-хоп, каждый этаж пешком. Ух, всем пока-пока, был с вами я, Дантимен, ставьте лайки, подписывайтесь, фу. До скорой встречи.